Наконец-то спустя почти год распахнули свои двери сельские клубы. В деревне Земляничной участники художественной самодеятельности начали подготовку к районному смотру театрального жанра, который, возможно, пройдет уже в обычном формате. Но пока это только мечты. А в ближайшее время состоится запись концерта к 8 марта. Пока в дистанте. Сейчас идут репетиции. «Мы так соскучились по зрителю, основному источнику вдохновения», говорят самодеятельные артисты. Вот и прошел этот трудный и тяжелый год лично для нас, для Земляничного. Я тоже переболела сама коронавирусом. Наконец-то возобновились репетиции. Теперь пойдет все своим чередом. Мы ждали этого момента, что онлайн, вот как нас снимали по этому, нас отснимет нас и передают. Это, конечно, не работа. И хочется с живым зрителем поработать, отдать то, что умеем, что нас Татьяна Николаевна научила чему. Все это хочется передать людям, нашим жителям. Заведующая клубом Татьяна Николаевна Артамонова отмечает, что несмотря на то, что клуб был закрыт для участников художественной самодеятельности, люди все же старались не сидеть сложа руки. Начался поиск новых форм работы. С марта прошлого года в сети «Одноклассники» появилась новая группа «Необычной земляничной», где Татьяна Николаевна начала освещать работу клуба, записывала небольшие видеоролики, выкладывала в сеть какие-то интересные факты из жизни деревни, фотографии, достижения, мастер-классы. Когда одна работаешь в клубе, это очень сложно сделать, говорит она. Мы научились больше общаться через соцсети, рассказывает Татьяна Николаевна. Принимали участие в конкурсах, побеждали. А совсем недавно пришло радостное известие. Клуб получил грант в размере немногим более 100 тысяч рублей, как лучший сельский дом культуры. Деньги пойдут на укрепление материально-технической базы клуба. Мы будем смотреть, на что нам хватит, но, конечно, хотелось бы, чтобы у меня было постоянное рабочее место. Сейчас рабочее место не совсем оборудовано. Нам нужно купить компьютер полностью, компьютерный стол, цветной принтер. Мы надеемся, что скоро у нас пандемия закончится. Придется выпускать афиши, какие-то небольшие буклетики. Это все очень необходимо в нашей работе. Какие-то поздравительные открытки. Они и сейчас у нас изготавливаются. Но когда будет цветной принтер, это, конечно, все облегчит нашу работу. Потом очень нам хотелось бы, конечно, еще что-то для театрального смотра приобрести. Те же софиты, которые бы нам помогали в нашей работе, поскольку у нас коллектив не только поющий, даже больше театральный, чем поющий коллектив. Поэтому нам хочется развиваться в этом направлении, и этот грант нам в этом поможет. В клубе работают кружки по интересам самого разного направления – театрального, музыкального, танцевального, декоративно-прикладного. Посещают их жители Земляничного от мала до велика. Во взрослых коллективах занимаются практически только женщины. Они и поздравляют друг друга с наступающим весенним праздником. Они готовят музыкальные подарки. Ну и, наверное, пользуясь случаем, хочется поздравить в первую очередь свой коллектив с 8 марта, поскольку он в основном у нас женский, у нас только один Александр Артамонов, мужчина, который посещает наши занятия. А в основном у нас женский коллектив. Хочется очень поздравить их с 8 марта. Пожелать каждой семье, каждой женщине большого душевного тепла, здоровья, конечно. Здоровья всем близким, наверное, спокойствия. И всех, наверное, тех милых женских удовольствий, каких-то радостей, каких-то теплых, добрых минут, которые любая женщина желает и всегда ждет. Возле дома нашего, на краю села, белая черемуха пышно да расцвела. Белая черемуха пышно да расцвела. Милая, хорошая, как сама весна, расцвела черемуха, стала
раннею весной зацветет черемуха, станет мир иной. Зацветет черемуха, станет мир иной. Соловьи, соловушки на ветвях поют, до утра черемухи уснуть не дают. Вдруг потянет дедушку веток наломать, за любовь черемухе суждено страдать, за любовь черемухе.